Снимаю. Мы идем в парк. Я веду маму. Мы ходили в парк на Левинскунде с собачкой. Учительница есть собачка. Я себе сделала такой плащ. У меня новая куртка. Куртка, правда, не одета сейчас, но мне просто сегодня очень жарко. Вон там тот круг. На нем нам нужно на него. А потом мы пойдем в парк. В общем, это типа уже парк. Мама! Алло, Матео! Ты моя одноклассница. Осторожно, велосипед. Кстати, я сегодня поборола свой страх червей. Не знаю, как у меня получилось. Я сразу начала напрягаться. Я стояла смирно и не убегала от вот такого червя. Вот такой по длине. Очень большой. Это мы уже подходим к парку. И я почему сказала про черви? Потому что в этом парке очень много червей. Прям на каждом ходу, можно сказать. Я червей на каждом ходу уже проходила. Это вы увидите в штендере, просто там на каждом ходу. Видео штендере, помните? Вот там на полу в этом городе было куча. Я еле держала. На мост тот нельзя, он там, кажется, поломан. Нам нужно пойти в ту сторону. Идемте быстрее. Я сегодня выучила песню. Мы сегодня на музыке учили песню. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten singe? Wer wohl am besten singe, zu schöner Maienzeit, zu schöner Maienzeit. Der Kuckuck sprach, das kann ich, und fängt gleich an zu schreien. Ich kann es aber besser. Und als der Esel ein. Das klang so schön und das ja so dann kuckuck i a kuckuck i a kuckuck i a ja kuckuck i a. Мы уже в парке, можно сказать. Парк такой. Слушайте, дальше будет еще дремучий. Мы ходили в самую дремучую часть. Слушайте, недавно была пасха. Кстати, у меня скоро день рождения. Через 9 дней вроде бы, да? Через 9 дней. Я придумала на Пасху такую песенку. Она и по-немецки работает, и по-русски. Я ее сочинила на обеих языках. Правда, она там короткая. Всего лишь 2 куплета. Второй очень короткий. По-русски или по-немецки, мам? По-немецки, давай. Jede Nuss der Hase suchen, weiß ich nicht, ob mir schuld darauf. Jede Nuss der Hase suchen, Мы тут ищем место для пикника, кстати. Мы сюда пришли за пикником. Смотри. Вот там, кстати, какие-то лавочки, камешки. Тут еще речка такая. Прикольненькая. Мам, давай к речке аккуратно спустимся. Нет, не хочу. Можно мне? Нет. Ладно. В следующий раз спустишься. Да? В следующий раз спустишься как-то. Да.
Я решила переменить кофту, потому что очень больно было. Сумку взяла тоже в руки. Мы идем почему-то медленно. Речка тут с нами. Увидели одну утку, она такая. Утка такая. Слушай. Мы тут идем. Скоро, мне кажется, мы добудем до цели. Там, кстати, будет такая скала, мам. Угу. По ней будет тяжеловато идти. Знаешь, куда? С какой стороны, вверх или вниз? Вверх. Неправильно, вниз. По этой скале нужно идти вниз. Я не знала, как, но мы как-то перешли туда, хотя мы и шли в ту сторону. Но мы как-то перешли туда. Вот на тот берег. Интересное кино. Интересное кино вот такое, вот оно. Интересное кино, вот такое вот оно. Какая-то палатка. Там, кстати, палатка. Угу. Вот такое. Надеюсь, это не палатка какой-то тут. Бабы-яги на пикнике. Это не палатка, это просто груда. Мы дошли до поворота. Вот тут такой поворот. Скоро мы дойдем до какой-то деревни или села. Вот до дома до нашего мы дойдем. До нашего дома мы дойдем. Это болото? Я надеюсь, нет. Вот тут можно будет сделать пикник, кстати. Угу. Целый лагерь можно строить. Так что не очень подходит. Тут лучше дом бабы-яги делать. Вот камыши как раз те. Я когда мы гуляли тут, первый раз увидела камыши. Никогда еще не видела камыши. Ого. Ладно, не...